Еще до начала праздничного концерта на Центральной площади были организованы различные мастер-классы. Милюша Хайруллина любит рисовать и сегодня не смогла пройти мимо мольбертов. Я рисую с детства практически, получается, с 5 лет. Начала рисовать там портреты, начала развиваться в этом направлении. Мне стали нравиться люди, по сути, могу передать их характер, внешний вид. Я сейчас рисую Рустама Миниханова, так как тема День народного единства, получается, татарский, наш президент Татарстана, поэтому я его рисую. Также было многолюдно возле площадки, где проходил мастер-класс по гончарному искусству. Это увлекательное и полезное занятие по душе детям всех возрастов. Прикосновение, осязание этого материала дает свои такие неопределенные чувства. Ребенок начинает эмоции свои выражать. Я часто говорю родителям, следите за эмоциями своих детей, потому что они непроизвольно появляются. У кого-то начинается улыбка проявляться такая вот, у кого-то скованность проходит, и он уже концентрирует внимание на этом куске глины, и он уже непосредственно полностью проникает в этот процесс. Также работали игровые спортивные зоны на любой вкус, а на сцене в это время блистали юные артисты района. Выступления на сцене чередовались с награждением победителей различных конкурсов. Также за успехи были поощрены юные спортсмены и артисты. Участников и гостей праздника поздравили руководители района. Первым днем лета, с началом лета, наших ребят я поздравляю с окончанием учебного года, ребята. Позади у вас остались домашние задания, уроки, перемены. Впереди вас ждет веселая пора. Я желаю, чтобы за этот летний период вы набрались здоровья, были живы и здоровы, провели с интересом свои летние каникулы. Семья Ткачевых принимает активное участие в различных конкурсах. И сегодня их семья оказалась в числе победителей районного фестиваля конкурса «Цветок дружбы» в номинации «Самая талантливая семья». Совместная работа и увлечение объединяют семью. В этом наша съемочная группа убедилась лично. Конкурс «Цветок дружбы» нам посоветовали в нем принять, предложили нам принять участие в детском саду. Мы с удовольствием взялись за это дело, потому что мы семья творческая, некоторые не очень с удовольствием. Ребята у нас не всегда любят, не всегда поддерживают наши инициативы, но тем не менее мы это сделали, мы сняли клип. Мы сами свои традиции создаем, придумываем. Что-то где-то подглядываем, пока мы как бы идем в этом направлении по наитию. Детский праздник, который прошел в рамках года родного языка и народного единства, запомнится надолго. Айгуль Гадафикова, Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, БРТ.